Есть люди, которые говорят позитивно. Успеха добиваются быстрее те, которые говорят позитивные вещи, чем те, которые говорят негативные. Я должен говорить Божье Слово. Вовремя и не вовремя. Но если человек идет на пути греха, он идет. Клевета – это яд, который живет в венах. Я всегда встречал вокруг себя людей, которые говорили: не сможешь, не получится, сбежишь. Которые говорили такие комментарии, которые посылали комментарии. Любую вещь, которую мы начинали, мы говорим: возьмем здание. Они говорят: ха-ха-ха, посмотрим. Потом смотрели, мы взяли здание. Ну, мы же знали, что вы возьмете. Когда начинали любой проект, болтаете вы много. Он получался, говорит: ну, это же легко. Когда мы говорим: телевидение возьмем, мы откроем первый в истории христианский спутниковый телеканал на русском языке. И еще чего захотели. Еще на Луну слетайте первыми. Кстати, хорошая мысль. Первый космический пастор, ведущий проповедь из космоса. Нет, я не хочу в космос, так что не смотрите на меня так. У меня с вестибулярным аппаратом не все в порядке. Но вы знаете, когда мы говорили: мы начнем спутниковое вещание, всегда: да-да-да, начнете, посмотрим, откуда вы деньги возьмете, кто вам деньги даст, мы не дадим. Я смотрел, думал: интересно, ну, вы можете сказать слова веры, хотя бы благословляйте. Конечно, благословляю, но все равно ничего не получится. И вы знаете, вот эти люди всегда находятся вокруг, они всегда идут за тобой, всегда где-то рядом идут. И они все время такие комментарии, иголки, такие шипы вставляют, жало в плоть. Знаешь, апостол говорит: какое-то жало у меня там во плоти, которое мне постоянно не дает уснуть, которые постоянно что-то говорят, всегда сплетничают. Явно сила Божья проявляется. Бух! Люди смотрят: ничего себе, Бог действует. Говорят: посмотрим, что будет дальше. Один пастор говорит: ты знаешь, говорит, я вынужден начать в своей церкви русское служение. Он русский пастор, эмигрировал туда лет 30 назад. Ну, русско-немецкий. Он скрывал долгое время, что он русский. Что он по-русски говорит. И он с немцами, он пастор немецкой церкви. И говорит: потом ко мне, говорит, стали приходить люди. И говорит: здравствуйте, вот мы русскоговорящие, нам русская церковь нужна. Он говорит: откуда вы взялись? Они говорят: мы CNN смотрим. Он говорит: ладно, идите потом, ищите другую церковь. Потом вторые, третьи. И он ко мне пришел, говорит: невероятно, говорит, но я из-за вашего телеканала теперь открываю церковь. Говорит, параллельно с моей немецкой церковью мы начинаем русско-немецкую церковь. Я говорю: аллилуйя, жив Господь. Вы знаете, люди есть, которые принимают и не принимают, открыты или закрыты. Всегда есть позитивные люди и негативные, которые пытаются найти всегда что-нибудь не то. Ну, возьми любого человека, самого совершенного, но он обязательно что-нибудь не то найдет. Как есть люди, которые находят что-нибудь хорошее. Вы знаете, как про историю про того человека, который всегда в людях видел хорошее. Вы помните эту историю, да? Он всегда видел в людях хорошее. Всегда хорошее. Он только хорошее. Он находил хорошую черту и развивал ее, говорил. И пригласили, один бандит умер. Просто разбойник, бандит, весь на колках сидел, убивал, сграбил, делал зло. И все знали, что он злой, он плохой. И на похороны его пришли, и его пригласили говорить похоронную речь. На похоронах прилично говорить о людях что-то хорошее. Его пригласили, и он пришел, стоял возле гроба и молчал. Он долго молчал, все ждали: теперь он ничего не скажет. Он говорит: знаете, а все-таки зубы у него были хорошие. Вы знаете, что-то хорошее, они не могут говорить хорошее. Я говорю: вы знаете, почему в Советском Союзе была мирная жизнь? Почему в Советском Союзе, у нас все было хорошо? Потому что нам все время говорили, что у нас все хорошо. Вы знаете, вечером можно было спокойно по улице идти домой, нормально. Сейчас многие говорят: после 8 вечера только с охраной. Многие боятся начинают. Посмотрите в других странах мира. Американцы боятся детей через дорогу, чтобы они одни перешли. Потому что какой-нибудь псих, насильник, убийца, извращенец в школе перестреляет. Что творится? И все знают, что это творится. И это еще больше. Они начинают говорить: еще больше, еще хуже. Есть люди, которые говорят позитивно. Успеха добиваются быстрее те, которые говорят позитивные вещи, чем те, которые говорят негативные.
Когда у тебя есть сотрудник, и который все время тебе говорит, ты его никогда не поднимешь, не сделаешь своим заместителем, иначе твоя жизнь в яд превратится. Он отравляет ядом своим. Тебе нужно вырабатывать антигены, противоядие, тебе нужно вырабатывать антитела, чтобы нейтрализовать этот яд, который он постоянно в жилы тебе запускает. И лучше всего от него избавиться, удалить себя клевещущего. Вы помните в Псалме 100, где он говорит, не будет в доме жить мой, он поступающий непотребно. Клеветника удалю от себя. От ранней зари буду истреблять их. Клеветники, это люди, которые, не-не-не, мы с вами, мы вместе. Мир, дружба, пирожки, солидарность. Но не все так прекрасно, как ты думаешь. Что случилось? А вот есть проблемы. И начинают тебе мозги бомбардировать. Бум-бум-бум-бум. И ты думаешь, да, не все так хорошо. И мне трудно, и мне плохо, и здесь нехорошо, и там нехорошо. Знаете, когда на мозги начинает бомбардировка идти, тогда человек теряет ориентацию. Вы помните, были времена, когда развалился Советский Союз, и многие говорили в мои уши, как здесь плохо, как в Казахстане плохо, надо бежать, и нам, русским, здесь нет места. Вы помните, как ходили вот эти дурацкие слухи, как, говорит, цена на недвижимость упала, и там действительно упала. Умный человек говорит, цена упала, слава Богу, надо брать. А другие говорят, еще больше упадет, продавай. И люди стали делать странные вещи, ослепленные. Да, надо бежать. Куда бежать? Зачем? Что тебе надо? Куда ты бежишь? Не знаю, но надо бежать. От кого бежишь? Не знаю, бегу. Прибежали, потом прибежали обратно. Что случилось, милый друг? А оказывается, нас там не ждут, там тоже плохо. Там нам сказали, а зачем вы приехали, вы нам не нужны, идите обратно. И вот так метается. Я говорю, ну кого ты слушаешь? Зачем ты уши свои наполняешь клеветой, сплетнями? Ну, тебя что, стрелял кто-то, гонялся, а вдруг погонится? Ну когда погонится, убегай! Но когда не бьют, что ж ты прячешься под стол? И те люди, которые не стали слушать клевету, сегодня ты видишь, они живут нормально, у них благословение, у них успех, у них радость, у них жизнь. Скажем мы на это аминь. Всегда есть люди, которые готовы посеять в твои уши какой-нибудь яд, отравить твое сознание, чтобы ты думал, что все плохо, все плохо, все плохо, все. О, ты знаешь, не все так весело. Вот если ты реально посмотришь, приблизишь. Поэтому я не смотрю приближенно, я смотрю обобщенно. Я говорю, все хорошо. Если ты посмотришь, земля красивая наша или некрасивая, кто скажет? А если носом ткнуть в грязь, тебе как, приятно будет или нет? Это же твоя земля родная. Но не очень приятно носом или носом, отпрыском твоим ковырять в земле. Неприятно. Это не то. Ну так ты не ковыряйся в ней. В каждом человеке есть неприятный запах. Вы знаете это? Что мы делаем с ним? Мы заходим в маленькую комнату, избавляемся от него. Там сделали, и потом смыли источник запаха. Ну, ты же не тыкаешь никого, смотри, что из меня вышло. Какой ужас! Неужели пастор это из тебя выходит? А я думал, ты святой. Из каждого человека выходят нечистоты. Вы что, думаете, что из них не выходит? Из всех выходит. Не надо обманываться. Из самого помазанника тоже выходит. Всех людей в мире выходят нечистоты. Но что мы делаем с этими нечистотами? Мы их не показываем. Посмотрите, что из меня вышло. Я так удивлен. Молитесь, братья и сестры. Со мной что-то не то. Я вот вам показать хотел. Давайте помолимся за меня. Многие люди так свои грехи или проблемы, или какие-то вещи берут и начинают себе показывать. Смотрите, какой я человек. Смотрите, что у меня. Ну, брат, первое, прикрой дерьмо. Третье, подмойся, омойся. Очисти свои нечистоты, смой их. Живи праведной жизнью. А мытому нужно ноги омыть. Ну, не нужно обобщать, что все засранцы. Мы делаем это очень аккуратно, красиво и вовремя. Мы не делаем этого в штаны, мы не делаем это в публичном месте. Есть специальные помещения, мы освобождаемся, у каждого есть своя проблема. Но у нас, говорят, нужда. Господи, ответь на наши нужды.
Некоторые так молятся. Но в каждом есть нечистоты, поверьте мне, в каждом. Но не нужно на этом концентрироваться. Если ты будешь концентрироваться, тогда вся жизнь превратится в тебе в какой-то, не знаю, дерьмосклад какой-то, я не знаю, что. Ты же не можешь постоянно ковыряться, если только ты не глистов ищешь или еще что-нибудь там, ну, в чужих вещах. Я искренне говорю о том, о чем не говорят. Но почему-то многие люди так любят в чужих проблемах и вещах ковыряться. А ты знаешь, что там происходит? Я говорю, я не хочу знать. Дверь закрыта, это значит, мне вход не нужен. Мне не нужно туда заходить. Нет, если бы ты зашел, ты бы увидел, что там происходит. Я говорю, не хочу видеть, слышать этот звук и нюхать этот запах. Как? Неужели ты такой наивный? Неужели ты веришь, что они такие святые? Верю. Они мне говорят, любовь всему. Аминь. Но человек говорит, что я больше не грешу. Я верю. Хотя внутри знаю, что он снова согрешит. Но молюсь, чтобы он не грешил. Я внутри верю, я доверяю. Ну, сказал человек. Но я же не буду его теперь вешать на висельце. Говорит, грешник. И еще вот то, что из него вышло, намазать на него. Смотрите. Вы улавливаете, о чем я говорю? В каждом из нас есть проблема. Кто из вас вообще не грешит? Давайте, поднимите руки. Какое открытие! Неужели никто не может сказать, что он не грешит? А, вы прощены, да? Кто из вас прощенный грешник? Кто из вас святой и праведный? Половина рук осталась, да? Еще не уверен. Аллилуйя, еще не выбрал. Это позиция дьявола. Вы знаете, я сейчас перед собранием буквально за 10 минут открыл свою Библию и в греческом оригинале посмотрел слова клевета. Клевета. Я подумал, что интересно, что греческий оригинал говорит? И мне попалось там клеветник и клеветать. То есть существительное и глагол. Вы знаете, первое, что меня поразило, слово один раз используется в Библии, не один раз, несколько раз используется слово, но как клеветник, слушайте, по-гречески читаю, диаболов. Клеветник. Значение, два значения у этого слова. Клеветнический, запятая, второе значение – дьявольский. Говорить о ком-то что-нибудь такое пикантное. Рыться в чужом белье. Это дьяволов. Еще слово есть – каталов, наговорщик, хулитель, клеветник. Еще одно слово есть – обвинять, упрекать, порицать, бронить. Еще одно слово – обвинитель. Знаете, я посмотрел, ну как это интересно. Как это интересно. Клеветник, который наговаривает, обвиняет, обобщает, который подводит итоги, который судит других. В Библии слово используется диаболов. Дьявольский. То есть можно перевести или клеветник, или дьявольский. А что он делает? А он дьявольствует. Когда наговаривает на брата своего. Я принял решение, не хочу слушать поношения на братьев и сестер моих. Я, когда мне кто-то приходит и говорит, ты знаешь вот про того? Я говорю, веди его сюда, будем вместе говорить. Скажи мне перед ним, не хочу с тобой обсуждать его. Не твоего ума дело. Не твоего ума дело его осуждать сейчас. Это человек, который ходит перед Богом, и перед Богом будет давать отчет. И Бог ему судья, и Бог будет его судить. Но не ты, не судите. Скажем на это аминь. Давайте откроем Матфея 7 главу. Чаще всего человек, который пытается выявить в каком-то человеке какую-то проблему, чаще всего он сам является источником проблем. И здесь говорит Иисус так, 1 стиха. «Не судите, и да не судимы будете. Ибо каком судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такой и вам будут мерить.
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер. Нет, с восклицательным знаком, извините. Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза твоего. И когда увидишь, как вынуть сучок, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Позиция. Я хотел бы сказать, что вот они такие-сякие. Кто тебе дал право? Мне никто не дал право. Я сам этим грешил. И я каюсь за эти грехи. Как пастор: а что? А это что сказал? Мне все равно, кто что сказал. Моя задача — делать дела Божьи. Моя задача — проповедовать Божье Слово. А если человек не хочет принимать, это его решение, это его выбор. Но ты же должен что-то сделать. Я должен говорить Божье Слово. Вовремя и не вовремя. Но если человек идет на пути греха, он идет. Я не могу бежать за каждым человеком и говорить: ты бросил курить или не бросил? Ты любишь Господа или напьешься опять? Ты забыл, что ты верующий? Что ты так на женщин смотришь? Ты не забыла, милая, что ты теперь верующая? И что когда твои подруги говорят сплетни, басни и всякое зло, и говорят об одном материализме, о деньгах, о бабках, о тряпках, то тогда, поверь мне, ты же верующая. Я же не могу стать на ухо и говорить: не забудь, что ты верующая, противостой этому миру. Одна компания наняла две группы людей. И там были неверующие, и были верующие. И директор компании думал: теперь верующие как бы начнут влиять на неверующих, и неверующие постепенно станут верующими. Ага. Знаете, что случилось? Аллилуйя! И мне говорят: представляешь, даже некоторые из них курить начали. Я говорю: не говорите в мои уши, не хочу слышать этого. Ну ты же пастор, должен знать. Я говорю: я не должен это знать, я должен говорить Божье Слово. Я должен говорить со сцены Божье Слово. Если человек сделал выбор жить мирской жизнью, это его выбор. Он себе приговор пишет. Но я не собираюсь стоять над ним и говорить: а ты верующий, не забывай об этом. Я буду стоять и говорить: Слово Божье проповедуется по всему лицу земли. И люди делают выбор. Один делает выбор ходить с Богом, другой делает выбор ходить с этим миром. Все, я ничего с этим не могу поделать. Я говорю Божье Слово, провозглашаю Божью силу, изгоняю бесов, демонов, молюсь за исцеление, проповедую, веду людей в Царство Божие. Кто хочет за мною? Иисус не сказал: знаешь, братан, давай я помогу тебе отвергнуться, и потом я возьму за тебя свой крест, и еще поведу тебя на руках моих, буду твой крест тащить и тебя на руках тащить. Или вот так за шиворот, чтобы ты так болтался, и говорю: да, Господи, я за тобой следую. Он сказал: нет, отвергни себя, возьми крест, следуй за мной. Точка. Простой сценарий для каждого человека. Но я не хочу обсуждать человека, который не принимает решения. Если он принимает решение говорить о деньгах, а не о Боге, это его выбор. Мне жалко, что у него этот выбор. Мне стыдно, что у него этот выбор. Но это его выбор. Жизнь с Богом. Говорить о Боге. Любить Бога. Благословлять имя Господа. Говорить о вере. Говорить о вечной жизни, жить святой и праведной жизнью. Это выбор настоящего христианина. Да, мы говорим о деньгах, но мы не даем им первое место. Они на своем месте стоят. Они стоят на своем месте. Вы о деньгах стали говорить. Но поймите, с деньгами мы общаемся чаще иногда, чем с Библией. Пришли в магазин, пришли туда, пошли в транспорт, пошли туда. И ты в свой кошелек открываешь кошелек чаще, чем Библию открываешь. Но это реальность. Мы расплачиваться, это часть нашей жизни. Мы не можем о них, будем молчать о них. Нет, мы должны научиться, как управлять ими, что с ними делать. Но Господь на наших устах на первом месте. Скажем на это? Но всегда есть клиентники: ну ты знаешь, что сейчас в церкви происходит? Я говорю: знаю, люди любят Господа, ходят путями Божьими, высокими путями, делают чудеса, будут успешны и благословенны. И когда они приходят в Божий дом, они любят Господа, служат Ему. И когда они выходят, они любят Господа и служат Ему. Скажем на это аминь. Это позиция. Да, Бог благословляет финансы, но мы служим Богу. Когда я зарабатываю деньги, когда люди из церкви идут и делают контракты, заключают какие-то сделки, какие-то компании покупают, какие-то поля покупают, какие-то фермы открывают, что угодно делают. Я знаю, это они делают дело Божье. Своей жизнью они служат Богу. И когда он приходит и говорит: я заработал много денег, он говорит: смирись. Он радуется и говорит: слава Богу, что я заработал много денег, жив Господь. Он принес свою десятину. Я люблю Господа. Я,
не нашего этого ума дело залазить и говорить, а что ты вот так сказал? Каждый человек живет и будет давать отчет перед Богом. А если мы судим, тогда нас будут судить тем же судом. Тем же судом. Тем же судом. Давайте откроем другое место. Откровение. Вот там, где говорится слово «дьявольский». И услышал, 10 стих 12 главы. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен». Кто низвержен? «Клеветник братьей наших». Клеветник братьев наших, братья и сестер, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Знаете, у каждого из нас есть свои проблемы, как я уже говорил. И дьявол любит в Божьи уши громко говорить о наших проблемах. Клевета это не всегда слова без основания. Это не, есть сплетни. Знаете, сплетни это просто чисто ложь. Чисто обман и все. Но клевета, она всегда имеет какое-то основание. То есть есть зацепка. И она просто чук-чук-чук вылазит где-нибудь. И он клевещет. Когда я сделаю какую-то ошибку, я поступаю неправильно, он идет и говорит, ты видел, что Максим натворил? Смотри, бумс, крупный экран, смотри, что он сделал. И Богу это неприятно. Он клевещет. Клеветник – обвинитель. Обвинитель. Он обвиняет. Его задача – обвинить тебя. Писание говорит, не суди. Не суди. Давайте вместе скажем, не суди. Но если он не прав, не суди. Но если это неправильно, не суди. Бог – судья. Оставь суд Богу. Тогда человек говорит, хорошо, судить не буду, обвиню. Стоп. А дьявол – обвинитель, а Иисус – адвокат. Теперь у нас есть три позиции. Ты выбираешь, с кем отождествить себя. На престоле сидит судья, с левой стороны находится клеветник, обвинитель, прокурор. Здесь сидит адвокат, защитник. Выбирай, с кем ты хочешь быть. Первое тебе сказали, ты не можешь судить, ты не судья. Опа, спустился. И теперь тебе есть выбор. Или защищать братьев и сестер, или обвинять. То есть ты выбирай, чью работу делать будем. Или с Богом работать будем, с Иисусом, или будем работать с дьяволом. Обвинять, глушить, компенсировать, говорить. Что будем делать? Чью позицию? Почему обвинитель дьявольский, говорит слово, дьявольский? Он пытается обвинить, осудить. Его задача очернить тебя. Его задача сделать тебя негодником, подлецом и просто, что вот такой ты. Его задача вывернуть, он не может без этого жить, чтобы не вывернуть чье-то грязное белье наружу и всем трясти перед носом. Я сказал, Господь, я не хочу быть на стороне дьявола. Я хочу быть клеветником. Я хочу быть на стороне защитника. Есть хорошее правило. Я когда прочитал, мне оно так понравилось. Там сказано в правиле, правило для успеха в жизни. Никогда не говори плохо о тех, которые не присутствуют. Я когда услышал, как классно. Не говори плохо о тех, которых с нами нет. Я вдруг увидел, его нету, как же я могу о нем плохо говорить? Ты можешь прийти, сделать брату обличение, помочь ему исправиться. Это другой разговор, подойди к нему и начни с ним говорить. Скажи, знаешь, вот эти вещи, по-моему, неправильные. Это уже не клевета, это совместная попытка выйти. Но когда же ты начинаешь говорить про кого-то, кого нету, ты обвинителем становишься. Вы улавливаете, о чем я говорю? Когда ты хочешь про кого-то говорить, ты посылаешь стрелы. Ну, не знаю, огненные стрелы лукавого, помните? В чем они заключаются? Знаете, когда ты работаешь мечом, посмотрите, у тебя есть конкретный противник на дистанции. Ну, я не знаю, у тебя есть какое-то существо напротив тебя, которое находится... Володя, иди сюда. Я буду использовать Володю. Я покажу просто, что такое огненные стрелы. Вы должны почувствовать разницу. Когда мы сражаемся на мечах, возьми меч. Мы взяли мечи. Вы видите, у нас там лазерные мечи. Палец отрезал. Когда же стрелы идут, тебе не с кем сражаться. Знаете, как стрелы идут?
стрелы идут откуда-нибудь издалека. Туда залазит этот лучник. И он наглец, наглец, то есть, извините. Он такой залез туда за камеру. И он такой залез. Они летят куда-то. Ты не можешь с ним сражаться. Ты ничего мечом не можешь. Давай, поехали. А мечом ты не с кем сражаться. Единственный метод, как защититься от огненных стрел лукавого, чем? Просто щитом. Ты просто должен закрыться. Эта клевета так работает. Она не приходит тебе вот так, не приходит, говорит, давай сражаться. Он не приходит со стрелой, давай сражаться. Он не может. Его задача спрятаться, обвинить и уйти. Запустить сплетню, а там разбирайся. И иногда эти стрелы летят и ранят людей. Бумс, 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 бумс. А, о, и человек, что случилось? Больно. Ранен, убит. Так работает клевета. Поговорить о ком-то, кого здесь с нами нету. Запустить. Спасибо большое, Володя. Вы знаете, обвинение это такая вещь интересная. Это стрела, которую ты не видишь. Наверное, одна из самых страшных оружий – стрела, летящая в ночи. Ты ее не видишь. Ты не знаешь, откуда она идет, но она где-то там летит. Она запущена. И ты слышишь звук. И ты думаешь, куда она летит? Ты не знаешь. Или тебя, или кого-то ранит. Она, это оружие такое – язва и стрела, летящая в ночи. Ты не знаешь, когда и кому она прилепится. И она придет неожиданно. Единственный метод – щит веры. Ходи с щитом веры. Даже если тебе говорят, а вера всему верит. Ты слышал, что эти люди делают? А огненная стрела, у тебя щит – бумс! Нет! Я верю, что они делают хорошо. Когда мне приходят, говорят, твои прихожане делают такие вещи, я беру вот такой толстый щит, и я говорю, нет, они не делают таких вещей. Но это правда! Я говорю, не верю. Я молюсь за них. Давай помолимся вместе. Нет, ну ты должен знать правду. Давай встанем в пролом за них. Давай пойдем спасать их. Давай пойдем. Но я хотел тебе рассказать в деталях. Не надо мне деталей. Зачем мне в чужом навозе рыться? Мне своих проблем хватает. Вера это такая вещь. Она доверяет. Когда человек говорит, честное слово, больше не буду. Ты смотришь и знаешь, будет. Ну ты говоришь, я верю тебе. Давай молиться, что ты больше не будешь. Вера это прощать, когда уже никто не может прощать. Это мать, которая сидит на в зале суда, и когда ее сын в шестой раз идет в зону, и все говорят, это подонок, это подлец, это негодный, это тварь, его убить надо. И мать говорит, а все-таки он хороший, он добрый. Все говорят, в нем нет ничего человеческого. И она говорит, нет, он хороший. Я верю, что все будет хорошо. Я за него молюсь. Вот что такое вера. Когда весь мир отвернулся, и все говорят, убей его. Мать говорит, а все-таки он хороший. Все-таки есть надежда. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот это вера. Мы иногда не готовы даже послужить, а просто сказать какую-то язву, зло. И часто меня вовлекали в такие разговоры, когда я становился соучастником. Я теперь просто принял решение. Я буду вставать и выходить из того помещения. Я говорю, не принимаю клевету на братьев моих. Не надо мне обобщать. Не нужно говорить про всех так, будто бы у всех это такая вещь. Я принимаю решение не участвовать в таких разговорах. В такой клевете. Во имя Иисуса. Скажем мы на это аминь. Аминь. Это буквально проповедь родилась за несколько минут. Теперь про женщин, старушек. Откройте, пожалуйста, все, особенно пожилые. Титу 2 глава. Женщинам старше 55 лет это место писания нужно выучить наизусть. И с 1 стиха. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старушки были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере. Знаете, иногда у старушек со здравостью веры очень, очень слабая вещь такая. Безумие веры есть. В любви и здравы в терпении. Третий стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым и не были клеветницы. Не порабощались пьянству и учили добру. Вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Не были клеветницы. Идем в другое место.
2 Тимофею, 3 глава. Здесь написывается, что будет происходить в последнее время. В последние дни наступят времена тяжкие. 2 Тимофею, 3 глава, и я буду читать с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны». Следующее слово. «Клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивые. Они имеют вид верующего человека, но силы же его отрекшиеся, имеющие вид благочестия, силы же отрекшиеся. Таковых удаляйся». Они имеют вид верующих. В последнее время вот эти все характеристики, и еще при этом они будут иметь вид верующих. Одна из характеристик последнего времени – клеветники. Вы знаете, что важно для служителя? Кто из вас хочет стать служителем, служить Богу и входить в высоком служении? Кто из вас хотел бы? Замечательно. Вы знаете, здесь написано так, как ставить на служение. 1 Тимофея, откройте, пожалуйста. Здесь написано, что диаконы должны быть. Если ты хочешь стать диаконом, служителем церкви, организатором в церкви, то есть чтобы вот возле проходов стоять, там, помогать людям, на места садить, диакон, организатор, да, служитель. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Также надобно прежде испытывать, а потом, если беспорочно, допускать до служения. 11 стих. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы. Представляете, какой критерий, и там-то, и так далее. При список. Хочешь быть организатором, служителем церкви? Отлично. Хочешь быть лидером ячейки? Значит, пункт номер один. Ты должен быть такой, и твоя жена не клеветница. Почему? Потому что если муж приходит домой, а жена начинает клеветать на ячейку, на людей, на пастора, а ты слышал, а ты знаешь, огненные стрелы запускать, а вот подумай, да не все так весело, как тебе кажется, да ситуация другая, да ты сам себя обманываешь, и начнет стрелы запускать огненные, и потом этот диакон приходит в церковь и всех людей ненавидит. Клевета. Клевета – это яд, который живет в венах, который не выводится никаким образом, который тебя отравит всю твою жизнь. Освободись от этого яда. Этот яд поможет, может уничтожить тебя. Он тебя изолирует от людей. Когда приходит ко мне человек, и я знаю, что он плохой, он негодный, он сделал много зла. Но он пришел и говорит, я покаялся. И я говорю, аминь. Да будет так во имя Иисуса. И молюсь за него искренне, и ожидаю, что Господь сделает чудо в его жизни. Вот это настоящий характер христианина. Скажи на это аминь. Всегда прощать. Всегда. Это трудно. Я знаю, насколько трудно всегда прощать. Я знаю, что это нелегко. Всегда прощать. Ну, он же плохо мне сделал. Абсолютно. Он негодный. Он даже побить тебя хотел. Прощать. Ну, как его прощать? Он недостоин. Он злодей. Прощать. Прощать даже тогда, когда он не просит прощения. Христос умер за нас и простил нас, когда мы еще даже не просили за это прощения. Прощать. Не разрешай клевете входить. Даже если что-то не то, даже если это тебя не касается, не разрешай отравлять свою кровь во имя Иисуса Христа. Вы знаете, я бы хотел сегодня помолиться. Может быть, твое сознание было периодически отравлено. Может быть, ты являешься тещей, и ты отравляешь сознание своей дочери. Не клевещите. Знаете, послушайте, женщины, у кого из вас есть дочери, послушайте очень внимательно. Моя теща великолепный пример. И она сделала две самые важные вещи. Первое, она дала нам вначале хороший совет. Второе, она уехала за 10 тысяч километров отсюда.
И третья, она нас поддерживает периодически. Она всегда говорит слова ободрения. Она всегда говорит слова веры. И она никогда не принимает обвинений на меня. Даже если я не прав. Многие из вас, когда ваша дочка приходит и начинает ныть: «Мама! Настоящая мама скажет: что ноешь? Бегом к мужу. Я не принимаю клеветы на брата моего, мужа твоего». Но многие говорят: «Ой, доченька, рассказывай, рассказывай все». И если у тебя так мало ума, и ты начинаешь клеветать на мужа своего, краски добавлять, то потом эта теща станет исполином, террористом, Бен Ладеном и Саддамом Хусейном. Она будет вытравлять газом твою семью. И все святое, все чистое она убьет в твоем доме. Не посылай клевету. Не посылай клевету. Когда кто-то говорит: а ты знаешь, этот человек вот это сделал. Всегда оставляй право того человека, презумпцию невиновности. Возможно, ситуация другая. Всегда защищай, это хорошее правило, защищай того, кого нет рядом. Даже если он не прав. Защищай его. Защищай его с огромной. И говори: может быть, ты не права. А может быть, ты что-то не то сделал. А может быть, тебе что-то не то. Давай посмотрим, что ты можешь изменить. Потому что если тебе кто-то на уши навешал клеветы над какого-то человека, ты не можешь тому человеку послужить. Ты не сможешь вторгнуться в ситуацию. Когда же этот человек рядом с тобой и говорит такие вещи, скажи: стоп, стоп, давай по-другому поговорим. А ты в чем-нибудь виноват? Когда ко мне кто-то приходит: она такая. Я говорю: стоп, 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 стоп. Ты прав, ты святой, ты ангел. Нет. Ты всегда был прав, ты все сделал хорошо. Все сделал, чтобы было нормально в твоей семье. Ну, не все. Ну, немножко не так. Я говорю: что немножко не так? И потом выясняется, что это немножко не так гораздо больше, чем то, что она сделала. Он просто взорвался, у него характер не сдержанный. Защищай того, кого нет рядом. Встань за него в пролом. Молись, провозглашай, говори благословение. Когда мне приходят: ты знаешь, что в твоей церкви происходит? Я говорю: я знаю. Господь действует. Не приму клевету на моих братьев и сестер. Не приму клевету, даже если они ошиблись. Я пойду и вместе с ними выведу их оттуда. Но не буду слушать тебя, твой яд по отношению к моим людям. Я за своих людей... Попадись мне на пути. Я из них сделаю святых миллионеров. Аллилуйя. Помазанников Божьих. Но представьте, что вы учитель. И у вас есть класс. И каждую перемену к вам кто-то приходит и начинает говорить плохо про твой класс. Да они дебилы, дураки. Да посмотри, посмотри, что они на что не способны. Они уроды. И постепенно ты начинаешь видеть в них уродов и дебилов. И постепенно твоя позиция по отношению к ним начинает меняться. Я говорю: если ты будешь говорить, что человек святой, 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 то поганец он станет святым. Отступник придет, вернется. Если же ты будешь говорить: вы грешники, 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 тогда он станет таким. Скажешь: да, я грешник. Так он хоть пытается быть святым. Я хочу быть святым. Я вот причешусь, приду к вам. Пусть я буду казаться святым. Пусть хоть кажется. Я понимаю, это лицемерие. Но если он старается быть святым, в нем еще и теплится надежда. Я подерусь, скажу: молодец, вперед, давай, получится. Живи правильно. А если же ты ему говоришь: ты грешник, и он возьмет свой грех и скажет: да, я грешник. Да, я поганец. Не пойду больше в церковь. Я знаю, что я грешник. Один брат наш упал в грех. Он был служителем в одном городе, упал в грех. На протяжении многих лет ко мне приходили, говорили: ой, ты знаешь, он вот курит теперь, он пьет, он теперь все уже понесло его в разнос. И Сергей говорит: да, он такой, но я хочу, чтобы он получил спасение. И всякую возможность, он всегда ему передавал привет и говорил: я просто передаю привет и люблю, и благословляю.
и помогаю, и служу. И он постоянно, и когда была возможность, всегда к нему приезжал. Этот человек вернулся, восстановился, покаялся, получил от Господа полное прощение, вошел в служение, прекрасный, мудрый служитель, делает великую работу. Бог его использует, он женился, у них есть прекрасный ребенок родился, у него все правильно, потому что кто-то сказал, не приму клевету на него. Для него есть надежда. Это настоящее пасторство. Это настоящее пасторство, настоящее служение людям. Давать надежду для тех, которых все отвергли, обвинителя клеветал и все пальцем ткнули, он негодный. Но кто-то дает всегда надежду. Аллилуйя. Я расскажу одну историю. Это было в Америке. Одна учительница стала самой лучшей учительницей в Нью-Йорке. Она была молоденькая девушка. А знаете, там школы какие там. И она стала классным руководителем старшего класса, где уже там аморальность, распутство, тупость. И когда она пришла в школу, вы знаете, там в Америке у каждого школьника есть свой шкафчик и свой ключ, и у каждого шкафчика есть номера. И она пришла в школу и открыла журнал. И она стала ставить оценки, стала с ним общаться, и она разговаривала с ним, и постепенно ее класс стал расти. Это был самый запущенный класс. Многие учителя делали ставки, сколько эта девочка продержится в нашей школе. Кто-то говорил полгода, кто-то говорит месяц, кто-то говорил, ну год продержится, а потом уйдет. И она проработала год, два, и тянула этот класс три. И через три года ее класс стал побеждать в конкурсах городских, и уровень ее школы поднялся из ее класса. И через три года директор вызвал ее к себе и говорит, что ты делаешь? Как так случилось? Она говорит, ну поймите, я когда, говорит, попала в этот класс, я, говорит, была поражена. Он говорит, чему поражены? Ну, он думал, сейчас она скажет, что они дебилы, уроды, придурки, больные, психи, наркоманы. Она говорит, какие они умные. И он говорит, а с чего ты взяла? Она говорит, ну я увидела список их IQ, то есть интеллектуального уровня. Их IQ уровень, говорит, представляете, самый слабый, выше моего, на 20 пунктов. Она говорит, мой IQ ниже, чем их IQ. То есть вот интеллектуальная способность. Там в Америке проводят тесты на интеллектуальность человека. И он говорит, а где ты взяла этот список? Она говорит, в журнале написано. Он говорит, ну-ка принеси. И она открыла ему журнал. И там действительно напротив каждого имени написано 135. В среднем где-то нормально 90-100. А вот 135, 147. 193, 165, 141. И он говорит, ну это же, говорит, это, говорит, не IQ, это номер шкафчика. Она говорит, как номер шкафчика? Мы, говорит, никогда такого теста не записываем в журнал, это секретная информация. Она учила много лет, считая их более высокими, более продвинутыми, чем они. Она их вытянула из трясины. Она к ним говорила, ну вы такие умные. Ваш уровень IQ такой высокий. Вы умнее меня. Вы так много сможете сделать в жизни. Я верю, что здесь есть сенаторы. Здесь, возможно, и будут президенты в нашем классе. И она к ним все время говорила. Другие учителя говорили, придурки, подонки, подлецы, наркоманы, дебилы. А она имела вот эту позицию, что они лучше ее. Что они дальше уйдут, и что они в жизни больше смогут. Ее класс стал самым лучшим. Она получила награду «Лучший учитель штата». Если тебе кто-то клевещет на брата своего и говорит, что он такой негодный, всегда помни, его IQ в два раза лучше твоего. И он станет быстрее успешным в два раза, чем ты. И однажды тебе потребуется его помощь. И ты придешь к нему и скажешь, помоги мне. Но если ты сейчас примешь эту клевету, ты никогда не сможешь к нему подойти и сказать, помоги мне, потому что ты запустил стрелу в него. Не запускай огненные стрелы лукаво. Не будь инструментом в руках дьявола. Амен. Один пастор, я в Америке с ним встречался, он меня пригласил в ресторан.
И мне немножко жаль его. Хороший человек, я его знаю. И он сидел со мной в ресторане. И он начал говорить: а вот этот проповедник, он знает, что сказал? И я сказал: ну, бывают ошибки у людей. Даже я ошибаюсь. Он говорит: а этот, а тот, а тот, а тот. Я говорю: да, зачем вы говорите мне об этом? Я их хорошо знаю, они мои друзья. Ты что, с ними встречаешься? Я говорю: нет, но они мои друзья. Мы вместе в Царстве Божьем служим. Да, но пойми, не все так просто. Да-да-да. И через некоторое время он размяк. И он говорит: знаешь, говорит, меня, говорит, никто не принимает. Я, говорит, кому не протягиваю руку общения, мне бьют по этой руке. Я говорю: я хочу сказать вам секрет. Хоть о ком-то поговорите хорошо. Не запускайте огненные стрелы. Потому что люди знают, оттуда всегда идут огненные стрелы. Не пойду туда. О ком-нибудь поговорите хорошо. Скажите о ком-нибудь благословение. Дайте надежду о ком-нибудь, о каком-то служителе. И вы увидите, как к вам начнут поворачиваться люди. И к вам начнут люди обращаться и говорить: это благословенный человек. У меня нет проблем встречаться с пасторами. Я не согласен с учением этого пастора. Я говорю: я не согласен с его учением, но я его так люблю. Это хороший человек, он такой помазанник. Он лучше меня проповедует 2 раза. А этот, да у него чудес в 10 раз больше, чем у меня. Ну, я с этими вещами не согласен. Но это благословенный человек. Вы знаете, вот эта позиция, оптимизм, ожидание лучшего, благословение во имя Иисуса Христа. Вы уловили мою мысль? Что-то вы поняли? Какую мысль кто-нибудь уловил? Скажите, какую мысль вы здесь уловили? Кто-то руку поднять может сказать, что вы... Какую мысль? Не клеветать, это основная мысль. Или еще какую-нибудь мысль? Защищай, кого здесь нету. Не говорить плохого о человеке, которого нет сейчас здесь. Их IQ выше моего IQ. Всегда имеет отношение, они выше. Вы знаете, Иисус сказал: кто хочет быть большим, считай, что твой IQ меньшим. Держи людей вот так. Не стой вот так, а держи вот так. Они лучше. Пожалуйста. Найди что-нибудь хорошее. В конце концов, зубы у него хорошие. Научись прощать. Хороший принцип. Научись прощать. Будь защитником, как Иисус. Иисус защитник братьев наших. Не клеветник, не обвинитель. Защитник братьев наших. У кого-нибудь там с той стороны есть мысль? Пожалуйста. Молиться за обижающих, вы? Прощать обвинителей, да? Да. Хорошо, пожалуйста. Ожидать лучшего, в конце концов, все будет лучше. Лучшего от людей, пожалуйста. Как? Поднять ближнего, что ты на мужа руку положила? А, не клеветать на мужа, поднимать, да. Аминь, поднимать мужа, держать его на высоте. Это очень важный принцип. Жена, поднимай своего мужа. Любите своих мужей, жен. Всегда есть в человеке недостатки. Но лучше искать достоинства, чем недостатки. Хорошие мысли вы получили, не правда ли? Пожалуйста. Абсолютно. Вы знаете, когда мы можем всю Библию перерыть на эту тему, вы знаете, как много мы можем сделать зла, просто говоря какие-то вещи. Просто раскрывая нечистоты ближних. Нужно покрывать. Когда мне говорят: а ты слышал? Я говорю: нет, не слышал и слышать не хочу, не верю. Но это правда, не верю, не хочу быть участником. Вдруг человек изменится, а ты все еще думаешь, что он такой. Вдруг он уже 10 раз перестал, 100 раз пожалел, а он уже другой человек. Пожалуйста, мама. Язык мудрого врачует. Можно словом убить, можно и словом воскресить. Знаете, мы можем многое еще говорить. Я очень благодарен каждому из вас. Но я просто хотел, чтобы вот вы эту мысль запомнили. Сейте свет. Вы свет миру. Свет не может источать тьму. Он дает свет. Пускай ваш свет освещает. Пускай ваш свет помогает зажигать в сердцах людей эти огоньки любви. Пускай этот огонь Божий распространяется из вашего сердца на других людей. Amen.
Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики, люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала Синод? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были дочерние предприятия. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите меня, поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синод, в это служение, она принесла большой эффект, и многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синод – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем CNL. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке CNL помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.